Сегодняшняя тема. Медицинская статистика говорит о том, что когда проходит эйфорическое состояние подготовки к празднику и после него, наши стационары переполнены пациентами с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и с травмами, полученными любителями пиротехники и им сочувствующими. Самая распространенная причина всех этих бед – банальная неумеренность в еде и питье. Чем мы рискуем и как избежать этих рисков, спросил у заведующей терапевтическим отделением Мариинской больницы гастроэнтеролога К.М.Н. Елены Беляевой. Праздники темы хороши, что подразумевают изменение обычного режима, в том числе режима питания. Поэтому вопрос рационального питания в этот период перед здоровым человеком не стоит, скорее, ему надо думать о том, как избежать неприятных последствий активного празднования. Но, безусловно, речь не идет о людях, имеющих серьезные хронические болезни, забыть про которые даже в праздник не имеет права ни человек, ни его лечащий врач. В таких случаях погрешности в диете чреваты большими неприятностями. На фоне частых погрешностей в диете, обильных застолий, естественно, страдает желудочно-кишечный тракт, в первую очередь эзофагогастродуоденальная зона, пищевод, желудок, 12-перстная кишка. Чаще всего это проявляется воспалением слизистой желудка и 12-перстной кишки, гастриты, дуодениты, обострение язвенной болезни. Многие сегодня в разной степени страдают гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ГЭРБ, проявляющейся изжовой, отрыжкой. Причина – заброс в пищевод содержимого желудка, в котором присутствует соляная кислота. Если человек, страдающий ГЭРБ, проводит каникулы дома и после обильных застолий с острой, кислой, маринованной, жирной пищей, газированными напитками заваливается на диван, то неприятные ощущения ему гарантированы. Избежать их можно, если час-полтора после еды находиться в вертикальном положении. Любителей жирной пищи следует предупредить: употребление большого количества грудинки, свинины, любой другой жирной пищи чревато печеночными коликами, связанными с образованием камней в желчном пузыре, желчнокаменной болезнью. У женщин эта очень распространенная болезнь приводит к развитию панкреатита, патологии поджелудочной железы, осложнение которой, панкреонекроз, может стать фатальным. Если панкреатит грозит женщинам, у которых уже есть желчнокаменная болезнь, или он развивается стремительно на фоне приема жирной и острой пищи, то мужчины чаще всего подвержены этой болезни из-за приема алкоголя. Некачественные напитки, даже дорогие и в небольшом количестве, всевозможные газированные баночные коктейли нередко становятся причиной тяжелейшего острого панкреатита. Он возникает резко и проявляется выраженной интоксикацией организма, слабостью, тошнотой, рвотой, общим недомоганием, падением артериального давления, болями в верхних отделах живота. Хотя проявления могут быть и неспецифичными, болезни поджелудочной железы одни из непростых в диагностике, поэтому выявляются часто уже на поздних стадиях. Пациентами с этим диагнозом перегружены хирургические стационары скорой помощи после Нового года. На фоне всех этих проблем, безусловно, страдает и толстый кишечник, но он может начать беспокоить человека и сам по себе, запорами, поносами, болями в животе и метеоризмом, синдром раздраженного кишечника. После праздничного нарушения диеты с жирной пищей, большим количеством клетчатки, фруктов, овощей, усиливается перистальтика кишечника, возникает тошнота, кишечные колики и диарейный синдром. Любителей мясных блюд, пирогов беспокоит обратная реакция, сопровождающаяся вздутием живота и болями. И те, и другие моторные нарушения формируют нарушение микрофлоры кишечника, дисбактериоз. Чтобы избежать его, следует запастись продуктами, обогащенными нормальной флорой, пробиотиками или пребиотиками, продуктами, которые не содержат живых микроорганизмов, но создают среду для их нормального роста и размножения, и включить их в посленовогодний рацион. Поздний вечер и ночь – неестественное время для еды и приема спиртного, причем в больших количествах. Поэтому на следующий день хорошо бы устроить разгрузочный день. Правда, эту рекомендацию вряд ли одобрят хозяйки, поскольку их задача – скормить семье оставшиеся салаты. С одной стороны, это правильно, есть их позже рискованно, с другой, если перед вами все же стоит задача истребить все приготовленное накануне, следует дробить приемы пищи. Усугубляет состояние после праздника и неумеренное возлияние. И это тот случай, когда советы по поводу того, чтобы такое съесть, чтобы не напиться, не обсуждаются. Люди-то хотят обратного. Можно посоветовать перед застольем принять антациды, обладающие свойством не только обволакивать и защищать слизистую желудка, но и сорбционным действием, то есть мешают всасыванию алкоголя.
но проще всего для более медленного усвоения спирта съесть пару ложек салата с жирной заправкой. Он выполнит функцию сорбента и замедлит процесс опьянения. Желудочно-кишечному тракту избавится от ощущения тяжести в животе, справиться с перевариванием большого объема пищи во внеурочное время помогут ферменты мизим-крион, которые можно принимать по требованию, во время еды или после нее. Подробнее о том, как защитить свою печень от воздействия алкоголя, можно прочитать здесь. Если же утром обнаруживаются все признаки похмельного синдрома, то в перерывах между едой можно принять аптечные сорбенты, активированный уголь, полифепан, фильтрум, смекту. Эти препараты снижают токсическое воздействие алкоголя на организм, способны убрать симптомы вздутия живота, но при этом следует помнить, что они обладают закрепляющим действием, поэтому важно не переусердствовать с их приемом. Народная медицина, как известно, веками использует для борьбы с похмельем рассол, и это правильно. Он увеличивает объем циркулирующей жидкости в организме и таким образом снимается интоксикация. Правда, тут возможно возникновение другой проблемы – отечности. Но придется выбирать или нормальное самочувствие, или ненарядное отражение в зеркале. Еще один неприятный сюрприз, уготованный праздниками, это дизентерия, сальмонеллез, другие острые кишечные инфекции. Не секрет, что на фоне ажиотажного спроса на продукты накануне праздника предприятия торговли стараются сбыть весь залежавшийся товар под прикрытием скидок. Так что не следует забывать смотреть на сроки годности. Приобретая готовые салаты, помните, что они заправлены майонезом, содержат мясные продукты и хранить их даже в холодильнике можно не более суток. Не ешьте кондитерские изделия с белковыми и масляными кремами, если истек срок их реализации. И еще, торопясь приготовить праздничный стол, не забудьте, что резать сырое мясо и свежие овощи и фрукты следует на разных разделочных досках. Ирина Баглякова, доктор Питер. Ставь